партнер рубрики «Курортное объединение Каммед». Не был в отпуске 100 лет? Нет проблем. Звони в Каммед. Вот в детском саду принято ремонтировать то, что дети ломают. Но остановками-то общественного транспорта пользуются взрослые, между прочим. Рядом дети только созерцают. Но не может человек носить гордое имя родитель, если он все рушит на глазах собственного ребенка, и если мы, взрослые, употребляем инфантильное. Само сломалось. Балует нас администрация-то, ремонтирует. А мы эту сломаем. И только после третьей сломанной подумаем, что это все из бюджета. А один такой павильончик в 300 тысяч рубликов обходится. Вы можете подобное представить в опасной нынче Европе, а? Да там, если увидят, что кто-то покусился на государственную собственность, то 3 наряда полиции мигом отобьют желание так относиться к чужому имуществу, а в данном случае к государственному. Вот если хочется что-нибудь сломать, ломайте свое. А наше общественное трогать не надо. Если кто увидит, а в полицию позвонить постесняется, звоните и пишите мне. Или вот такой вот фото шлите. Я найду, что с этим фото делать. Мы же говорим, берегите природу, мать вашу. Так и с остановками. Они ж вам осенью пригодятся. Вообще, хозяйственный у нас народ. Если не сломает, так на дачу увезет. Я по секрету скажу. Разработали специальную краску. Потрогаешь, и она начинает источать запах, да такой, что убежать хочется. Так что предупреждаю.